Здравствуйте, Леонид. Это видео про ваш переходник М42 Nikon с одуванчиком. Вот смотрите, одуванчик наклеен. Сейчас я вам покажу, как правильно вставлять в камеру и вынимать из камеры, чтобы не сломать одуванчик. Совмещаем средний контакт одуванчика и красную точку на переходнике с белой точкой на камере. Очень аккуратно немножечко поджимаем и поворачиваем против часовой стрелки до защелкивания. Вот смотрите, я запрограммировал одуванчик от 1,8 до 16 и фокусное расстояние 55 мм. Также аккуратненько, никогда не перекручивать одуванчик, в таких переходниках нет стопорного винта, поэтому легко перекрутить. И по часовой стрелке также вытаскиваем, нажимаем эту кнопочку, поворачиваем. Аккуратно вынимаем. Как видите, одуванчик целый, невредимый. Постарайтесь также аккуратно научиться вставлять и вынимать, и одуванчик прослужит очень долго. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.